Друзья, всем привет. В общем, известная тема про привод багажника. Левый, правый, неважно. Ломается и тот, и другой. Показываю, как разобрал я. Редко кто показывает, делится такой информацией. Вот что внутри у нас. Вот такую штуку мы видим снаружи. Всю перепаянную, поломанную уже 2-3 раза. Ее уже чинили. В общем-то, вот он мотор, здесь шестереночка, здесь типа коннектор. Вот, и выходит это все наружу, переламывается и больше не работает. Но в этот раз оно даже уже после ремонта замкнуло. Изоляция, провода были под корень, изоляцию трудно было сделать хорошую, и поэтому она замкнула. Значит, показываю. Значит, пропилил по периметру 2 миллиметра буквально. Вот, и здесь горячим ножом вскрыл. Ну, где-то тут, я не знаю, сантиметра 4,5, может 5. Вот, и значит, отсюда отверткой поддел. Один край отклеился. И я его по периметру вот так вот отвертку свал. И по периметру весь вскрыл. Всего с одной прорезью. Некоторые 2-3 делают, это вообще не нужно делать. И вот она как крепится. Она крепится, эта крышка, всего двумя, на двух, ну, как это сказать, дорожки приклеенные, не приклеенные. Ну, вряд ли это припаяно. Это, скорее всего, приклеено. Вот, дальше, в чем все просто. Мы меняем из неподвижной части. Здесь припаиваемся и выводим хорошую проводку прям подальше. Там можно наполовину сделать, можно прям, не знаю, до конца сделать. Вот, номер привода такой. На сегодняшний день, значит, на всем известной торговой площадке он стоит тайваньский 14 тысяч, восстановленный 8-9. Тайваньский новый 14, установленный оригинально 8-9. Так что решайте сами. Всем пока. Please, I know what I